Приступив к реализации благотворительного проекта «Времен связующая нить», его участники, известные политики, общественные деятели, мастера культуры, как могут, выражают благодарность фронтовикам и труженикам тыла, ветеранам труда, заложившим фундамент стабильности нынешнего суверенного Казахстана. 2 июня в Степногорске прошел благотворительный концерт классической музыки, объединяющий степногорцев разного возраста и жизненных воззрений в стремлении к миру и гармонии. Обязательной составляющей проекта является реальная помощь каждому участнику войны. Представители фонда и волонтеры навещают ветеранов, интересуются их делами, оказывают необходимую поддержку и внимание. Со степногорскими фронтовиками в эти дни встречались сотрудники отдела занятости и социальных программ Совета ветеранов, которые по поручению председателя попечительского совета Дариги Назарбаевой вручили от фонда «Дегдар» каждому из них продуктовые наборы. Мы вам сегодня принесли вот замечательный вот такой продуктовый набор от Назарбаевой Дариги. Дорогие многоуважаемые девчонки, огромное спасибо вам за внимание. Вот, спасатели наши. Спасибо, спасибо. Хочется вам пожелать того, что вы сами хотите. Спасибо. Спасибо. Нет, это мы вам должны пожелать. В первую очередь, огромного здоровья. Живите долго-долго. Спасибо. Вы вот как себя чувствуете после больницы? Все нормально? Ну, немножко, конечно, подлечили. Немножечко подлечили, так что будем бегать на улице, гулять. И это ваша инициатива, спасибо. Теперь ему надо ваше внимание. Спасибо, мы знаем, ага, попробуем мы это сделать. Молча чай пить не будем? Не будет. Свое мне воодушевили на 20 лет. Ой, спасибо. Спасибо. Нашему правительству огромное спасибо. Спасибо. Оказываемые ветеранам войны знаки внимания от государства и представителей молодого поколения укрепляют стариков во мнении, что трудная и полная невзгод и лишений жизнь прожита не зря, что ими по-настоящему дорожат и гордятся.